Ремонты ветхих домов, оптимизация образовательных учреждений и ситуация на предприятии «Интауголь». Эти вопросы стали ключевыми во время прошлой программы «Детали дня. Личный прием». В гостях у Ильи Зубова была исполняющая обязанности руководителя администрации Инты Лариса Титовец. Егор Ильченко напомнит детали разговора. Первые секунды эфира и сразу же вопрос, что будет с компанией «Интауголь». Ведущий программы отмечает, эта тема волнует не только интинцев, но и многих жителей Коми. Лариса Титовец соглашается, шахта в непростом, но далеко не в безнадежном положении. К тому же работа предприятия на личном контроле главы Коми. Без помощи республики с такой проблемой нам не справиться. Поэтому Сергей Анатольевич дал указание и организован штаб. Штаб возглавляет Лазарев Константин Григорьевич, и в ежедневном режиме поступает сводка на стол в РИО руководителя региона и добыча, и, собственно говоря, запас угля, который есть. А понятно, что углем мы топим наши интинские квартиры. И продаем. Другая головная боль Инты – нелегальные свалки. Если улицы коммунальщики еще приводят в порядок, то за магазинами и поликлиникой кучи мусора. Лариса Титовец отвечает, на борьбу с мусором город выделил 500 тысяч рублей, но многое зависит и от самих горожан. Я бы не совсем с этим согласилась, но спорить в эфире не буду, потому что город приведен в порядок. И если есть такая возможность, мы пришлем вам съемки. Выкрашены деревья, убраны улицы. Но, конечно же, стихийные свалки, потому что ведь никто не приехал из Воркуты и Печоры и не положил мусор у наших подъездов. Это делают сами жильцы. Поэтому я надеюсь, в свое время, когда у нас будут камеры, мы будем видеть, кто это делает, и будем принимать определенные меры. Коснулись и темы ветхого жилья. С каждым годом домов, где протекает кровля, в Инте и близлежащих поселках становится все больше. Лариса Титовец заверила, в этом году, согласно федеральному закону, отремонтируют 3 крыши, еще 3 приведет в порядок региональный оператор. Это то, что касается ремонта капитального. С текущим цифры намного серьезнее. 80 кровель течет. И если поделить на компании, я вам говорила, что их 15, то получается, ну, где-то 5, где-то 7. То есть это совершенно нормальная цифра, и управляющие компании, конечно же, должны кровли отремонтировать. Пожалуй, самый грустный вопрос прозвучал уже ближе к концу программы. Касался он закрытия ряда интинских школ и детских садов. К слову, сейчас в Инте проживает от силы 30 тысяч человек. Очередей в школы и садики нет, поэтому в рамках оптимизации сферы образования вскоре закроют вторую школу, где на данный момент учится всего 21 ребенок. В любом случае, жизнь в Инте далеко не статична. Например, сейчас в городе построено 63 детских и спортивно-оздоровительных площадки. А ежегодные праздники дворов, где у жителей есть возможность познакомиться друг с другом поближе, только набирают обороты.